Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Сегодня мы приготовим салат, который покорит ваши сердца на 100%. Заранее отварите несколько куриных яиц. Кстати, чем больше в салате куриных яиц, тем он получается вкуснее и нежнее. Особенно это проверено на салате оливье. Луковичку нарежьте полукольцами и сразу отправляем обжариваться на растительном масле. Лучок обжариваем до готовности. Баклажан необходимо нарезать соломкой. Слишком сильно мельчить не будем, чтобы не превращать его в кашу. Примерно такие пластиночки. Миллиметра по 2-3 толщиной. И затем на соломку. Баклажаны нарезаны и репчатый лук обжарен. Теперь на ту же сковороду отправляем обжариваться баклажаны. Баклажаны почаще перемешивайте лопаткой, иначе они впитывают очень много масла. Сейчас перемешаем, чтобы всем баклажанчикам досталось масло. И не забывайте следить, чтобы не прилипли и не пригорели. Добавим щепотку черного перчика и щепотку соли по вкусу. Скоро все будет готово. Баклажаны присоединяются к жареному луку. Пока баклажаны остывают, мы нарежем копченую куриную грудку с соломкой. Вы уже представили, как будет вкусно сочетаться копченая грудка с жареными баклажанами. Можете взять копченый куриный окорок. Разницы не будет никакой. Осталась самая малость. Яйца разрежьте напополам и пошинкуйте. У нас получится отличная соломка. Заправим салат майонезом. Много майонеза не добавляйте, потому что у нас лучок с баклажанами жареный на масле, чтобы не было чересчур жирно. Но салат, еще раз хочу повториться, просто бесподобен. Хорошенько перемешиваем и пробуем. У меня все готово. Получился очень вкусный, сытный салатик, который я рекомендую к приготовлению. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья!